Я Константин Зотов, технический директор команды Rio Moto. Я расскажу про мотоцикл, подготовленный нашей командой для класса Суперспорт. Это класс шоссейно-кольцевых мотогонок, в котором участвуют 600-кубовые спортбайки. В этом мотоцикле модернизированы все элементы и системы, которые можно менять по техническому регламенту. Установлен гоночный пластик, который на 4 кг легче стандартного, имеет лучшую аэродинамику и снимается за 15 секунд. Рама и маятник защищены карбоновыми накладками. Карбоновые крылья для снижения веса. Стальной крепеж заменен на титановый. Титановая выхлопная система для увеличения мощности и снижения веса. Облегченные алюминиевые подножки. Комплект звезд на 520 цепи с измененным передаточным отношением. Короткоходная ручка газа, сгибающиеся рычаги тормоза и сцепления, защита рычага тормоза от случайного нажатия в контактной борьбе на трассе, плавающие тормозные диски, армированные шланги для улучшения чувствительности тормозов. Предусмотрена удобная регулировка рычага тормоза по мере износа колодок и нагрева тормозов. Установлена гоночная вилка, в которой одно перо работает на сжатие, другое на отбой. И полностью регулируемый амортизатор. Установлен воздушный фильтр нулевого сопротивления, пластины, защищающие форсунки от сильного горизонтального потока воздуха. Чтобы масло не попадало в аэрбокс, вентиляция картерных газов выведена в бачок. Губка в баке, чтобы предотвратить расплескивание бензина. Бак обклеен теплоотражающим материалом. Используются специальные свечи. Установлены защитные крышки. В голове заменены распредвалы и клапанные пружины. Изменена геометрия впускных и выпускных каналов. Изменены передаточные числа в коробке и обгонная муфта сцепления. Установлен облегченный генератор. Повышена степень сжатия. Установлен радиатор увеличенного объема и добавлен масляный радиатор. Расширительный бачок выведен к пауку. На мотоцикле полностью заменена система управления двигателем и установлена система сбора информации MOTEC. Датчики потенциометра предоставляют информацию о ходе подвески. Датчики давления переднего и заднего тормоза для оценки работы тормозной системы. Датчики скорости переднего и заднего колеса используются практически во всех стратегиях электронных систем мотоцикла. Используется система QuickShifter, позволяющая повышать передачи без выжима сцепления и сброса газа. Датчик угла наклона мотоцикла. Датчики температуры заднего колеса. GPS-антенна в хвосте для отслеживания движения мотоцикла по трассе. Приборная панель с разъемом для считывания информации на компьютер. На левом клепоне установлен пульт управления мотоциклом, позволяющий менять его характеристики на ходу. Пилот, выступающий на этом мотоцикле, уверенно входит в топ-10 мирового чемпионата. О мотоцикле команды Rio Moto рассказывал ее технический директор Константин Зотов. Подробную информацию читайте на сайте stantex.ru.